Здравствуйте! Мы рады видеть вас на специальном шоу от NSW. Восстание! Встречайте, генеральный менеджер NSW Евгений Медведев. Салют всем зрителям NSW. Ну что ж, друзья, я приветствую вас на шоу «Восстание», которое прошло 30 марта на домашней арене NSW. И начинаем мы это шоу с Евгения Медведева, нашего генерального менеджера. Я думаю, он нам скажет много интересного и важного о том, что сегодня будет происходить на этом специальном шоу от NSW. Слушайте, товарищи потомки агитатора Горлана Главаря. Заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические домики, как живой, живыми говоря. Так. Bad Trip Monk, кто бы это не был. Интересно, друзья. Этого парня мы, по-моему, еще не видели на просторах NSW, но некоторые зрители с ним, судя по всему, хорошо знакомы. Ну, достаточно дерзко прерывать нашего генерального менеджера. На это должна быть серьезная и веская причина. И сейчас, судя по всему, мы об этой причине узнаем. Bad Trip Monk сейчас будет говорить. Вау! Неплохо! Знаете ли вы, кто я? Не перечь, батьки. Тише. Я не уверен, что это было запланировано. Все как раз-таки шло именно к этому. Я роскошный рестлер Bad Trip Moe. Бывший чемпион Беларуси в тяжелом весе отобрал титул у рестлера НФР, который удерживал его в заложниках более 3 лет. Бывший чемпион Горький Сити Рестлинг в открытом весе 642 дня, и это самый большой результат по продолжительности тайтл рейна. Ваши аплодисменты, я не слышу! Ваши аплодисменты! Это достижение просто затмевает все, что здесь происходит. Ладно, я пошутил. Сегодня речь будет не обо мне, как ни странно. Видите ли, я роскошный рестлер еще и потому, что я выступал по всей России, кроме одного места, и это место здесь. Northern Storm Wrestling. Как ни странно, я даже и не думал здесь появляться, но, во-первых, в Питере я уже выступал. А во-вторых, я всегда полагал, что NSW равно NFR. На ноль. Так я думал до недавнего времени. Видите ли, 2 марта произошло поистине нечто невероятное, я бы даже сказал, историческая хурма. Видите ли, 2 марта, после шоу «НФР уничтожение», все российское рестлинг-сообщество обсуждало не то, как Антон Дерябин со товарищем 100-500 раз спас НФР, а все рестлинг-сообщество, я полагаю, вы все здесь собравшиеся, обсуждали вот это. Нокаут в первом раунде! Кто бы мог подумать? НСА!
роскошно. Но что я еще хотел отметить, это гениальный управленческий дар вашего ГМ Евгений Иванович Медведев. Некоторым следовало бы поучиться у вас, поучиться всему, и говоря про этих некоторых, я хотел бы, пользуясь случаем, передать привет, пламенный привет генеральному менеджеру независимой федерации рестлинга, где бы он ни был, Михаилу Никитину. Миша, я хочу сказать тебе огромное спасибо. И прости, пожалуйста, что прерываю тебя. Bad Trip Mo, верно? Мы тут, когда говорим сейчас о НФР, мы чуть-чуть понижаем уровень. Поэтому, если мы говорим о Михаиле... Я боюсь попортить свой халат за 500 тысяч. Не белорусских рублей. Хорошо. Миша, большое спасибо, во-первых, за то, что в свое время позволил мне быть менеджером двух замечательных ребят. Один из них – бывший чемпион Москвы, а второй чуть было не прибрал к своим рукам всю вашу контору. Тим и Лео, красавцы парни, горжусь вами. Эти аплодисменты для вас! Ну, давайте, что ждите, как пацанок-то! И во-вторых, большое спасибо за то, что в свое время не стал продлять со мной контракт в независимой федерации рестлинга. Я добился всего, что только можно вне НФР. Воу-в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 оу! Ну что ж, друзья, становится все интереснее и интереснее. Это Алексей Торнадо Усман. Еще один гость NSW. Очень талантливый парень, которого, я думаю, что все здесь рады видеть. Ты говоришь, что выступал много где, но все, что ты там делал, это лишь лизал задницу руководству. Где твой титул, самый длинный чемпион? Где, покажи. Это не важно, это не важно. Здесь NSW, и докажи делом, ты должен делом доказать, что ты достоин титула, достоин быть здесь. Он хочет, чтобы я доказал делом. А как насчет того, что я отберу у тебя твой титул, новоявленный чемпион? Так, я все понимаю, все хотят своего места на восстании, не только НФР, не только NSW, но тем не менее, ребят, давайте не терять субординацию и давайте следить за тем, где вы находитесь и что вы говорите. Окей, я понимаю, вы достаточно прославленные рестлеры на территории Российской Федерации, вы выступали много где. К слову, Алексей является действующим чемпионом VWA. Это ненадолго. Что ж, хорошо, хорошо, Bad Trip. Ты заявляешь, что ты самый длительный чемпион по версии одной из федераций. Ты владел титулами, ты выступал по всей стране. В свою очередь, Алексей сейчас действующий чемпион, который ездит по всей стране, зарабатывает титулы, зарабатывает свое имя, достоинство, репутацию. Я не прав? Да, я согласен. Человек выступал от Брянского цирка до якутских отдаленных мест. Но ты не являешься роскошным рестлером. Что ж, хорошо, хорошо. Давайте все-таки мы не будем сейчас прерывать наше прекрасное шоу, наше роскошное шоу. И прямо сейчас тогда сделаем интересные вещи. Я считаю, лично мое мнение, что шанс должен даваться каждому. Действительно каждому. Глядя на тебя, роскошный рестлер, глядя на тебя, текущий чемпион, я понимаю, что у вас есть то, чего многого в раздевалке, многого других федераций и многого других промоушенах нет. И это называется амбиции. Это амбиции выступать, развиваться, это амбиции доказывать самому себе, ставить вызовы, принимать их, преодолять препятствия. Я не прав? Жарко у вас тут. Я готов. Я готов отставить этот титул в любом месте.
Прямо здесь, прямо и сейчас. Хорошо, мы сейчас сделаем нечто иное. Давайте мы не будем сейчас отстаивать никакие титулы. Кому? Мы сделаем нечто уникальное. Да. Прямо сейчас пройдет матч между Bad Trip Moan'ом и Алексеем Торнадо Усманом. Наши фанаты хотят увидеть такой матч? Да! Хорошо, дорогие фанаты, и все-таки, я говорил, мы не НФР, мы не какая-то другая федерация, мы NSW, и мы это все делаем для вас. Поэтому я предлагаю вам вместе со мной сейчас согласиться с одним очень интересным условием. Так как я обещал, что амбиции — это важная вещь в рестлинге, прямо сейчас один из этих ребят по прошествии матча, естественно, победитель этого матча, получит матч за чемпионство. А? BWA? Победитель матча получит матч за титул. Разве это не повышение ставок? Дорогие зрители, разве это не повышение ставок? Разве это не то, ради чего вы пришли сюда? Прямо сейчас мы устраиваем матч между Торнадо, между Bad Trip Moan'ом. Победитель отправляется в чемпионский титул сегодня. Вот так вот. Ну что ж, отличное, отличное решение Евгения Медведева. Мы получаем, довольно неожиданно, но мы получаем именно такой первый матч. Алексей Торнадо Усман против Bad Trip Moan'а. И победитель этого матча отправляется в титульный поединок. Правда, конечно, Евгений Медведев не уточнял, в какой именно титульный поединок отправится победитель этого матча. Но тем интереснее, может быть, нас чем-то Евгений Медведев удивит. Итак, друзья, Джеки у микрофона, рестлеры на ринге, судья тоже на ринге. Все готово к началу. Давайте гонг. Гонг был дан. Полетели. Приводилось мне, друзья, видеть Алексея Торнадо Усмана уже в деле. И я могу вам сказать, что это отличный рестлер. Очень технически одаренный. Который и полетать иногда может. В общем, действительно, не зря он держит свое чемпионство. А вот Bad Trip Moan для меня пока что загадка на ринге. Ну, сейчас как раз будем и разгадывать эту загадку. Пока что Торнадо демонстрирует отличный рестлинг скилл, удар в корпус и DDT на лысую голову Bad Trip Moan'а. Ну что ж, матч набирает обороты. Как прикручивается Торнадо, пока что наш лысый рестлер ничего не может поделать с этим чемпионом. И сейчас Алексей Торнадо Усман предлагает такую классическую борьбу на руках. Но да, именно этим все в основном и заканчивается. Один более хитрый парень не собирается сражаться честно и бьет по корпусу своего соперника. Отличный чоп, удар в живот, и посмотрите, Алексей Торнадо Усман проводит Торнадо DDT. Действительно, подтверждает мои слова белорусский чемпион и зрители его благодарят аплодисментами. И сейчас рестлер оказывается за пределами ринга и бьется об опрон ринга своей головой Алексей. Инициатива переходит к Bad Trip Moan'у и Snapmare Suplex. От человека в таком интересном наряде, вроде бы и какие-то рестлерские атрибуты, а в то же время похоже на такой классический костюм. Итак, вы посмотрите, что творит Bad Trip Moan'. С использованием канатов он вылетает прямо на своего соперника за пределы ринга. И сейчас судья говорит рестлерам, что нужно возвращаться внутрь четырехугольника. Bad Trip Moan'. Именно это и делает. Матч продолжается. Напоминаю, что победитель этого матча отправляется сегодня же на шоу «Восстание» в другой титульный поединок. Пока что непонятно, за какой титул будет драться победитель. Но это мы узнаем совсем скоро. Отличный клоузлайн по затылку.
Бет Рикмону разбили губу, и это ему не нравится. Но он должен стать еще более злее, это Брейнбастер. Удержание. Один, два. Только два. Вырывается Торнадо. Братишка, я тебе покушать принес. Ну, Бет Рикмон такой рестлер с юморком. Успевает он еще различные шуточки бросить в сторону своего соперника. И сейчас нечестно, конечно, действует Бет Рикмон. Это у нас обычный поединок без каких-либо хардкорных правил. Поэтому здесь абсолютно все должно быть только строго по правилам. И использование посторонних предметов должно пресекаться судьей. Судья у нас достаточно опытный. Поэтому он такие вещи должен замечать. Итак, ирландский кнут. Нет, перекручивается Алексей Торнадо Усман. Вы посмотрите, какая техника. И ураганный наездник. И это еще не все. Какая акробатика, господи. И Инцигири выкрутил Алексей Торнадо Усман Феймусер. Возможно, это конец. Сейчас будет удержание. И один, два, три, нет, только два. Ну что ж, неплохой матч, друзья. Для начала самое то. Он только набирает обороты с каждой минутой. И это именно так, как и должно быть. Ставки повышаются с каждой минутой все больше и больше. Европейский апперкот. Удар локтем от Бет Рикмона. По спине добавляет и... Как-то интересно, он выкручивает своего соперника. Разбег. Блокирует удар. Торнадо, но получает с разворота по своей лысой голове Бет Рикмон. И наш матч продолжается. Итак, Торнадо. Мощные удары по телу своего соперника. Запуск от Бет Рикмона и обратный локоть. Опять же, с элементами акробатики. Ну, я вас не обманывал. Это действительно очень талантливый парень. Обратная сальто. Один, два. Нет, только два. Вырывается Бет Рикмон. Ну что, прямо сейчас, мне кажется, нужно дать немножко энергии рестлерам. Они уже достаточно сильно пострадали. И вот именно, да, именно это и происходит. Сейчас зрители включаются, дают энергию. И тот человек, который сможет зарядиться от этой энергии, мне кажется, и победит в этом матче. Ну, по-моему, Алексея все-таки поддерживают посильнее сегодня. Семь. Уже семь, ну нужно вставать. Да неужели наш матч так и закончится? Нет, нет. Практически одновременно поднимаются рестлеры на свои ноги и продолжается наш достаточно жесткий матч. Европейский апперкот от лысого рестлера, но нет. Алексей Торнадо Усман также очень жестко отвечает такой... Летящий клоузлайн, еще один разбег и еще один мощнейший клоузлайн. Что-то интересное придумал Торнадо, Инцигири по затылку. Забирается он на третий канат, но слишком долго он это делает, и Бет Рикмон его скинул. Итак, сейчас в ноши пожарника держит Бет Рикмон своего соперника. Посмотрите, что он делает. Возможно, это конец. Один, два, три, нет. Только два. Но было очень близко, как говорят. В рестлинге было 2.99, друзья. Ну что, Бет Рикмон. Это достаточно амбициозный парень, как мы могли уже убедиться, исходя из его речи. Я думаю, он совершенно не против сегодня получить еще один матч и, возможно, уехать из Санкт-Петербурга с титулом. Но для этого нужно победить Торнадо. Это достаточно сложная задача, я вам скажу. Elbow drop мимо. Мы слышим, как страдает Торнадо, и суперкик прямо по голове. Похоже, что Бет Рикмон сейчас собирается закончить этот матч. Или нет? Ух ты! Отличный бросок от Торнадо.
И это еще не все, он поднимает своего соперника. Но! Ну, давайте! И выходит на свой финишер, и он его проводит! Все, мне кажется, это конец. Удержание. 1, 2, 3. Все. Алексей Торнадо Усман побеждает в этом матче. И сегодня мы еще его увидим, друзья. Я думаю, что большинство зрителей довольны тем, что мы еще раз увидим этого парня, потому что показал он себя просто прекрасно. Поздравляем его с победой. Да, Алексей Торнадо Усман заслуженно срывает свои овации. Так, а вот Евгений Медведев, может, он прям сразу и скажет, в какой матч попадает у нас Торнадо. Ну же, громче аплодисменты, громче! Давайте все дружно поздравим Торнадо с победой сегодня! Я действительно считаю, что вот этой победой Торнадо реально заслуживает свое место в чемпионском матче сегодня. Разве вы так не считаете, дорогие фанаты? Отлично. Все же, Алексей, спасибо большое. Сегодня еще увидимся с тобой на титульном матче. Спасибо. Это честь для меня, спасибо. Еще раз аплодисменты. Смотри. Смотри, подожди, не уходи. Что? Да, ты проиграл, это было, ну, в целом прикольно. Твоя речь была прикольная до шоу. Что ж, я готов предложить тебе тоже нечто интересное. Я готов тебе предложить еще один матч сегодня. А, как ты на это смотришь? Охренеть, не встать! Что ж, я смотрю, ты не очень жаждешь этого матча. Что ж, хорошо, а если я тебе скажу, что у тебя будет титульный матч сегодня? Дамы и господа, и это официально. Бэт Трипмон сегодня встретится в матче 1 на 1, в титульном матче 1 на 1 за античемпионство NSW против Робо! Так, ну что, Бэт Трипмон получает еще один шанс. Он будет драться с античемпионом NSW, с Робо, вот он уже. На наших глазах, друзья, любимчик публики, которому, ну, не везет, откровенно говоря. Ну, возможно, он не слишком заслуживает в каких-то моментах победы. Возможно, где-то ему не везет, но это античемпионство, оно такое ощущение, что прилипло к Робу. Так. Робу сюда пришел, похоже, не один. Это Энди Джей. Давненько мы не видели этого парня. Веселый наш американец Энди Джей. Я так понимаю, что он сегодня в роли менеджера Робу выступает. Ну, возможно, с появлением менеджера у Робу все-таки дела пойдут в гору наконец-то. Сейчас посмотрим. Итак, друзья, вот так вот мы внезапно получили еще один титульный поединок. Бэт Трипмон не особо хочет завоевывать этот пояс себе. Я напоминаю, чтобы его получить, нужно проиграть в матче, а не выиграть, как это обычно происходит. Итак, матч 1 на 1 за титул античемпиона NSW. Судья матча Александр Панков. Ну что, полетели! Робу, конечно же, как всегда, получает бешеную поддержку от публики. Я бы сказал, что он любимчик этой самой публики. Возможно, сегодня ему все-таки повезет. Наконец-то он избавится от этой черной метки. Полетели! Так, что такое? Бэт Трипмон еще хочет поговорить с судьей. Что? Что не так? Давайте, до свидания. Ты сейчас проиграешь. Так, Бэт Трипмон
по-хитрому хочет сделать, он просто хочет уйти. Нет, точнее, это как раз и не по-хитрому, если он ушел, если бы он ушел и просто проиграл по отсчету, то получается титул перешел бы ему. То есть нет, так не пройдет, нужно обязательно побеждать в этом матче. Робу еще дает возможность зрителям почувствовать себя немножечко рестлером и ударить Бэт Рипмона. Но, конечно, нужно с осторожностью все это делать, потому что Бэт Рипмон сказал, что он всех запомнил, кто ему выписал чоп. Возможно, он еще придет мстить, так что, конечно... Так что, конечно, все это дело очень-очень опасно. Что такое? Энди Джей забирается на ринг. Так, ну, небольшая поддержка Робу. Ну, я не знаю, я не думаю, что Робу как-то устал. Матч у нас практически еще толком не начался. Итак, удар в корпус от Бэт Рипмона. Ну что, для Робу это хорошая возможность, потому что Бэт Рипмон только что провел матч. Причем достаточно насыщенный поединок. Он уставший сейчас. И неужели не справится с ним Робу? С кем тогда вообще справится? Кто станет следующим античемпионом, если не Бэт Рипмон, который только что участвовал в матче? Ну, тем не менее, выписал Бэт Рипмон спайнбастер Робу. И он собирается продолжать свои атаки. Перекручивает Робу своего соперника. Один, два. Нет, только два. Мажет Бэт Рипмон. Сворачивание. Снова только два. Итак, Робу. Робу выходит на отличный убивающий прием. Такое обратное DDT. И снова только два. Энди Джей поддерживает своего подопечного. Говорит, давай, давай, дерись. Дерись, братан. Ну что, зачем? Робу, не отвлекайся ты. Что ты делаешь? Сворачивание от Бэт Рипмон. Один, два и три. Ну, по-моему, там Бэт Рипмон еще положил ноги на канаты, что запрещено. Но, к сожалению, судья это не заметил. Бэт Рипмон. И все еще античемпион NSW Робу. Бэт Рипмон побеждает в этом матче. И черная метка остается с Робу. По-прежнему он является античемпионом NSW. Вот такое вот насыщенное начало шоу получилось, друзья. То ли еще будет, как говорится, восстание только начинается. Не пропустите следующие матчи на YouTube-канале NSW. И приходите обязательно на живые шоу. До скорых встреч, друзья. Еще услышимся. Пока.